рамках турнира бои прошли в категориях «Щит-меч», «Вольная номинация» и «Командные бои 3 на 3». Судьи следили не только за удачными ударами, но и оценивали костюмы игроков. Все снаряжение – вещи ручной работы, а вес одной кольчуги может доходить до 10 килограмм. В межрегиональном турнире приняли участие клубы «Южное княжество», «Дружина», «Тмутаракань» и «Гуленбурсти». Победители в различных номинациях были награждены медалями и грамотами.